Здорово, Костян. Здорово. Ты что, тоже кататься? Да. Он вообще, да, он уже прокатился. Он вообще кальян курил, никому не мешал, все наехали. А что тут возле железки где-то, блядь, в стрёмном месте? Это мы с наклейкой подарили с Ютуба. Он говорит, нужно, я говорю, давай наклейку. С Ютуба? А так у меня минимум. Ну вот с этой. Я заказывал, мне в подарок дали. Ты где, через интернет заказывал? На ВКонтакте. Какую-то группу нашел, блядь. Валит мод, да? А? Валит на заднем. Чё? Валит грюметр на заднем. Валюшка, Ваня на лысой резине. Ваня на лысой резине. Да я еду, ехай, я сзади. Чё оглядываешься? Еду потихоньку. А? Чего ты всю дорогу оглядываешься? Ну, блядь, опасно, да. Не, ну я стараюсь сзади держаться или сбоку не подстраиваться, надо тебе перестроиться. А где он находится? Тут? Тут, поехали, там гайве мы съездим. Поехали. До магазина! Торгуем, Денчик? Ну. Все, погнали мы! Я вот пизданулся, нахуй! Блядь! Бля, вся ручка в говне! А что это вжас сзади, блядь, надо мной? А, я ж застрял! Давай, давай. Да вы чего просто, было? О, дерзкий! Ебать ты читер! Чё? Чё? Он говорит, давайте на спину привяжут.
И что, просто до туда обратно тупик? Ну поехали, там нет. Поехали. Обманулся здесь на котах, мы просто полезли, ездим. Нет. А ни у кого ключика на ней нету? А что у тебя крутилось? У меня что-то ножка стала высоко без скоростей. Выебался ты? Может, она ее провернула кверху, блядь? Или так и было, мне просто привычно. А бой, за что ты левую уперся, блядь? Руку покрапил. Не, я туда чуть не хочу ехать. Бля, здесь прикольно. Петрович вообще нравится. Скажи, зачем я, сука? Зачем скажешь, что крейт начальник меня будет, блядь? Открывай, открывай. Вот я тебе заехал, блядь. Thank you.
Бля, замылился, вообще не буксует, не едет. А ты спустился как? На тормозах. У меня прям только там выключение. Такая херня. Я, говорит, там точно на нем проеду, да если что протащит. Петрович просто носит его за ногу. Бля, все позапыхался, бля, даже. И вот заебись, он у него тяжелый, зацеп бешеный, нахуй. Блядь, жарко. Ну ты вообще тоже нормально проехал. Я да? Вообще на обоих юзах тормозах, я типа отпускал, тормозил, как обычно. Это что же вот так? Сейчас я очки сниму. У меня текет уже. Ну он хитрый, блядь. А где вообще дом? Дом хочется? Я чуть ли не на поле. Пизду, я заебался ехать, надо ехать обратно. Обратно? Там пола... А где быстрее быстрый выезд-то? Там нет выезда. Он говорит, оттуда едешь обратно, это трасса. А я на ней круговая, что ли? Нет. Скажи им тогда, что все это к финиш нахуй.
Че, брат, ты ебашь, мы там тыкнуть. Да уж постынем чуть-чуть, у меня даже прям кипит ноги. Давай, нахуй. Я ель нож продергиваю. Нет, тут в овраг. Это дальше овраг. Ну че, обратно едем? Да, я хочу обратно. Ты туда едешь? Бля, ебать. Мне кажется, ему наша компания не очень нравится. А мы такое ощущение, что их несем нахуй. В смысле такое ощущение? Ты как туда заехал? Ты чего встал? А дальше как, овраг этот? Ну, а мы же как-то проезжали. О! Сань там наебнулся. Да? Нормально. Где он есть? Объезд есть. Ебать есть, блядь. Ебать он на него, да? Высокий, он сам. Да, высокий, да, да. Заебись, блядь. Ну у него оборот, чуть раз он уже поднимается, нахуй. Перебрасывать вообще легко. Я так и думал, бля! Блять! Я не хочу обратно в яму!
подохну сейчас. Бугуны, пацаны, все. Фух. Я рот компот, этот лес, бля.
явно не для кайф. Отбил все, что можно, блядь. Еби, блядь. Ты довольный ездить, это вообще похуй. Я уебался, как снова все ноги отбил, это улыбается, говорит, зря вы даже не поехали. У меня сейчас руки отпадут, блядь. Палайте, что ли, сегодня, нахуй. Ебать, что-то происходит, блядь. Завёз, на все руки отобьёт. Упал, блядь! Ты чё, нормально? А? Нормально? Да.